Хочу рассказать о Philips QS5125 модель машинки. Сейчас посмотрим внутренности, содержимое. Инструкции. Вот такая щеточка для чистки. Машинка работает только от сети. Самозатачивающие лезвия из стали. Шнур длинный. Вот он, сама машинка. Легкая. Так, насадка у нас снимается. Одна насадка тут написано от 3 мм до 21 мм. Но на машинке написано 5, то есть от 0,5 миллиметра. Хотя можно и без насадки стричь, вообще подровнять. Хорошо открывается, хороший доступ для чистки, не снимается полностью на крепление. Сейчас мы включим. Насадка спокойно вставляется, так легко. Включим, проверим. Так. Какой длинный. Потом еще видео запишу. После нескольких стрижек, как она работает. Как она стригет. Работает. Ну и все, что я хотела вам рассказать. Подписывайтесь.